Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, торговый центр «Гринвич» ждет вас на новую коллекцию. А сегодня мы покажем одну модель, которая заслуживает ваше внимание. И, конечно, она представлена в трех цветах. Это как на мне, небесно-голубой, шикарный цвет. Он идет абсолютно всем, потому что по этим моделям продажи уже были, и некоторые цвета вырвались вперед. Далее, это бежевый цвет. Кстати, его обожают наши покупатели. Ну и, конечно же, черный базовый цвет. Но а какой и в каком цвете быть в этом и в следующих сезонах, это определится, конечно, вам, наши любимые покупатели. Длина изделия 100 сантиметров. Выполнена в тафете. Эта ткань называется матовая тафета. Очень классная ткань, которая имеет характеристики водоотталкивающей, грязиотталкивающей и ветронепродуваемые свойства, то есть великолепная теплозащита. Далее, в карманах у нас есть бархатная ткань, которая по тактильным ощущениям очень-очень приятна. Это большой плюс, когда вы находитесь в холодное время года без варежек и без перчаток. Кстати, очень приятно. Карманы также имеют молнии, да, то есть и находятся чуть выше нашей талии, то есть завышены. Это кармашки, высота карманов, это дает нам право работать с этой моделью на несколько ростовок. Средний, ниже и, конечно, выше. Длина метровик подойдет абсолютно всем. Мне очень нравится, что наличие капюшона, капюшон не заваливается, это очень хороший атрибут. Здесь рукав стандартный, даже более чем. И когда вы получаете ниже средней ростовки, вы можете подзагнуть. Фабрика не экономит. Далее, наполнитель идет 90% пух и 10 пирот. Я обязательно покажу, что он очень-очень легкий. Фирменный логотип на молниях абсолютно всех. Это дает право, во-первых, рассуждать, что данная модель без всякой подделки, сертификат, декларация, качество. Вообще эта фирма работает на рынке более 10-15 лет. И мы всегда отдаем предпочтение этой марке. Далее, по спинке. Но и самая большая фишка скроена очень грамотно. Размерная сетка 42 по 54 и даже 56 размер. Успевайте. Вот эта вот планочка, которая идет над кармашками или возле кармашек, она зрительно сужает нашу фигуру. И нету эффекта объема, как во многих пуховиках, которые похожи на матрасы. Далее, по прошлому сезону очень много запросов было не оверсайз, а хорошие, аккуратненькие изделия. Мы для вас, конечно же, создали такие коллекции. Аккуратное плечо, обращаю ваше внимание, молния доходит до конца. Посмотрите, защищает часть лица, шею, горловину, и вы всегда будете в тепле. Обращаю ваше внимание на капюшон. Он небольшой, не маленький, хорошо защищает, опять же, затылочную часть. И не сваливается и не заваливается по плечам. То есть все в этой модели гармонично. Мне кажется, она даже напоминает такой пуховичок пальто. Вариант пальто слегка А-образный силуэт к низу. Да? То есть не совсем коконом заужены, которые тоже уже, наверное, поднадоели всем. А все в этой модели аккуратно. Далее расстегиваю. Кстати, фурнитура великолепная. Ткань тон в тон. И подкладочная и выполнена с эффектом стретча. То есть это очень важно, когда вы покупаете пуховик, обращайте на это внимание. Ткань тянется буквально за вашим телом, а это комфорт изнутри, да, который вы будете ощущать при носке данного пуховичка. Длина изделия 100, я уже проговорила, и стоимость с учетом скидки для наших подписчиков 42 400. Итак, ткань называется матовая тафета. Это ткани нового поколения, которые уже проверены временем. Ну а от вас, как всегда, мы будем ждать мерки. Это объем груди, бедер и, конечно же, вашу ростовку. Не забывайте, что мы сейчас находимся на платформе и в Ютубе, поэтому просматривайте очень много покупателей оттуда. Вы подписываетесь на нас, вы очень часто спрашиваете. Далее ставите на колокольчик, это даст вам право просматривать и наши новинки, да, получать информацию. Ну а также, если вам не трудно, ставьте лайки. Это поможет нашим покупателям, нашим новым покупателям познакомиться с нами. Всего хорошего, на сегодня все. А в следующем репортаже я обязательно вам покажу. Это, напоминаю, бежевый цвет, просто великолепный. Но и, опять же, базовый черный. А выбирать вам, вы ее мечты. Как всегда, я Синяя Олимпия, а мы идем.